тобой поговорить. Я так тебя люблю. Моего сына убили. Я узнаю, кто. Мне пора. А тебе, мам, сейчас, по-моему, не об этом надо думать. Я любила Майкла. Мне так больно. Я беременна. Я помогу, но тебе лучше поискать тех, кто тоже через это прошел. Ты мой лучший автор. Пиши. Не я его подсадила. Чего мне верить? Он торговал? Как раз перестал. Но в тот вечер ему позвонили. Он ушел какой-то нервный. И вот. Что это? Грязный героин почти на 50 тысяч долларов. Хочу, чтобы мы поговорили под запись. Помнишь его друга Даки? Мы подозреваем, что у них был общий бизнес по продаже тяжелых наркотиков. Что-то под названием «Молоко матери». Майкла убили в квартале от одного из тайников Даки. Даки убил Майкла. Он бы так не поступил. Тогда кто убийца? И вы все видели? У тебя все нормально? Нет, не все. Шла за ним? Он же убить мог. Ты видела, кто вломился? Что-то не вяжется. Есть зацепка. Что? Есть зацепка. Что вам нужно, так это помощь и исцеление. Придется взглянуть правде в глаза. У меня нет права найти убийцу сына? Полагаю, ты осознаешь последствия? Как никто другой. Но это мой последний шанс. Мать лучше знает.